Приветствую тех, кто смотрит мой канал. Сегодня я решил проверить почтовый ящик и обнаружил, что мне пришло два письма из Швеции. Расчетный срок доставки данных писем был указан с 21 ноября по 12 декабря. Давайте посмотрим, что внутри. Упаковано добротно. Я бы даже сказал бы, очень добротно упаковано. Вот такую пленочку. А что же у нас? О! Здесь на шведском все написано. Кстати, это от шоколада или от какао что-то. Вот. Здесь написано на шведском. Так, ну что там больше нет? Угу. Да, упаковано добротно. Чтобы влага, наверное, не попадала. Еще оно тут упаковано. Ничего себе. Вот. Очень качественно упаковано. Даже не знаю, как подойти к ней. Вот, смотрите, что там. Вот такая вот монета. 10 шведских крон. 1972 года. 800-я проба. Увесистая. Приятное на ощупь. Вскроем второе письмо. Тоже так же упаковано тщательно. Придется немножечко помучиться, чтобы достать. Оп. Угу. Так. Так, что ли, открыть? Вот смотрите, а это значит у нас крона 1965 года, серебро
400-я проба, если я не ошибаюсь. И это тоже крона 1965 года. Вот здесь можно посмотреть всю информацию о монете. Приобрел я ее за $7.69. Здесь указано качество монеты, страна, год, материал. Аукцион был завершен 4 ноября 2018 года. Ставок было 15, участников аукциона 9. Расчетный срок доставки 21 ноября, 12 декабря. Сегодня 19 ноября, но мне кажется, могло прийти раньше. Вот. Продавец Вернерс 0. 100% положительных отзывов. Я полностью с этим согласен. Посмотрим теперь вот про эти две монеты. Вот фотографии. С другой стороны, купил я их за $7. Также написано качество, год, страна. Здесь было участников аукциона 5 человек, ставок 12. Было завершено 6 ноября 2018 года, 18.18. Расчетный срок доставки 25 ноября, 16 декабря. Сегодня, еще раз повторюсь, 19 число, монеты, все пришло, как заявлял продавец, в общем, я доволен. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!